Семеи применяют новый метод по ремонту загородных трасс. Струйно-инъекционная технология. Благодаря этому ноу-хау коммунальщики быстро и без лишних затрат избавляются от ям на дорогах. Этот метод почти 20 лет применяется в Европе и в Америке. Это одна из загородных трасс. Через несколько дней на ней не останется ни ям, ни трещин. Все благодаря струйно-инъекционной технологии, которую впервые применяется на дорогах Восточного Казахстана. Принцип очень простой. Значит, в машине находится битумная эмульсия и щебень. Под давлением подается в район дефекта, сперва проводится продувка его, потом подгрунтовка и подача материала, щебня с эмульсией. В последующем происходит распад эмульсии, и мы видим, в принципе, дорогу уже в исправном состоянии. Коммунальщики говорят, что новый метод намного дешевле, чем традиционный. Дело в том, что битумная эмульсия готовится прямо во время работы и не требует лишних затрат по ее изготовлению. Сроки по ямочному ремонту тоже увеличились. Укладывать смесь теперь можно как в сырую, так и в холодную погоду. По данному методу мы сейчас, деньги остаются у нас те же. Единственное, что мы увеличиваем объем выполняемых работ. То есть вместо 7 тысяч квадратных у нас 11,5 тысяч квадратных метров. То есть это в 1,5-1,6 раза увеличивается объем. К слову, новый метод не подходит для ремонта городских дорог, поэтому асфальтовое покрытие в Семее меняет по традиционной технологии. За пару месяцев коммунальщики уже отремонтировали в городе больше 20 улиц. Руслан Шакабаев, Медет Умерханов, Баужан Дайырбеков, Семей 24 KZ.